Хотя команда уже знает друг друга. Напомню, что команда «Симбал» дебютировала в 35-м кубке ФК «Универ». «Автошоп» – команда с традициями. Она выступала, шла по восходящей. Команда играет без признанных мастеров. Первый опасный момент. И первый мяч в воротах команды «Автошоп». Совершенно носит мяч Туско. Счет открыт. Андрей Усик наносил удар по воротам, что фиксирует судья от ворот. Борьба за мяч. Едва не возник опасный момент у ворота «Символа». Контратака, проход. Еще становится 2-0. Становится 2-0. Классическая контратака. Комбинация, прострел не прошла игроком «Символа». Арефьев с мячом. Передача в касание. Опасный момент. И 2-1. Сыграна стенка. Центральную зону. Грубая